Всем здравствуйте. Заказала еще одну посылочку. Я с Агравиолы уже много лет заказываю. Показываю вам обязательно, что как приходит, по какой цене. Вот, значит, что могу сказать. Шла она 4 дня с Москвы до Волгограда. Стоимостью около 400 рублей. Все, в принципе, ожидаемо. Вот, пришло вечерочком. Сейчас буду распаковывать. Не буду тратить ваше время на то, как я буду вскрывать. То есть сразу открою и посмотрим, что да как пришло. Открыла я коробку, все грамотно упаковано. Вот не сказала, с деком, значит, шло это все дело. Ну, с деком, в принципе, относительно все нормально. Итак, значит, заказ сделан был у меня... На осенний заказ. Вот сейчас они это дело все отправляют. Вот 11.08. Значит, на сумму 5100. 50, всего 50 наименований. Давайте быстренько пробежусь, что я заказала. Значит, Бизнес я заказала. Это я себя подстраховать. Вдруг, если что, по весне не будет. Поранее, даже по зиме. Ну, по весне, в принципе, они весной все это делают. Так, вербеночки. Мне очень нравится, они сейчас идут двухцветные, к середине темнее, к краям светлее. Даже заказал такую, что края прям белые, а середина фиолетовая, очень красивые. Значит, гвоздики два сорта заказала. Она мелкоцветковая, тоже очень ароматная. Вы знаете, я люблю гвоздику. Так, калибрахуа я заказала. Знаете, как это будет у меня эксперимент? Попробовать сохранить в зиму молодые калибрахуа. Почему не делаю сама? Я могу, в принципе, объяснить. Если будет интересно, объясню. Но на это у меня есть свои причины. Значит, и помеи, ботаты. Это два новых сорта. Все мне мало. 9 мало еще хочу. Остеоспермум. 3D очень мне понравилось, поэтому он просто необычного цвета. Значит, петунии вегетативные. Мини-висты, висты, капелла, гоутуния. Вот, значит, каскадикусы, литлы туни, хэппишек виолет, без него никуда. Так, что у нас тут? Бланкеты. Вроде все. Так, потом, значит, мята марокканскую. 35 есть, еще хочу. Бекони декоративно-листные. Но так как заказывала рано, сейчас могу сказать так. Не идет она у нас. Если только как дома, ну ладно, есть и есть. Потом, значит, гелиотроп двух сортов. Это вегетативный гелиотроп, это очень интересно. Значит, розмарин, у меня есть розмарина 2 ампельных. Я заказала еще один посмотреть. Знаете, как у каждого сорт разный. И очень хочется посмотреть именно вот... Вот, допустим, этот сорт Простратус. Хочется на него посмотреть. Значит, лаванда я заказала. У меня голубой цветок. А это фиолетовый и белый. Даже виолет, он больше как бы к розовому. И два сорта плюща. Вот, значит, вот такой вот ассортимент. Я заказала 50 наименований у нас получается. Стоимость черенка от 75 рублей до 135 рублей. Ну, повысилась цена, конечно, но все-таки. Ну что, давайте вскрывать, смотреть, что нам там пришло и как нам пришло. Ну, все, видно, что все аккуратно заупаковано. Все лежит в блистерах. Так, мое предложение такое. Я сейчас все распаковываю, расставляю, потом все это дело показываю. Вот каждый открывать, крутить, вертеть, это очень долго, и я не вижу в этом смысла. Выпады их видно сразу. Все, сейчас давайте я все разложу и покажу, как что пришло. Так, значит, я раскрыла. Можно что-то сделать уже первый вывод. Знаешь, петунии в черенке. Ну, в принципе, вроде бы все так ничего. Значит, блистер стоял, а не лежал, поэтому немножечко они тут, видать, при транспортировке сместились. Значит, один калибрахуа сгнил. Это нормально. Как? Ну, это ненормально. Объясню сейчас, почему я сказала, это нормально. Потому что сильно влажные сами черенки. Сама земля очень сильно влажная. Корневая хорошая, но влажная земля. То есть, по-хорошему, часто советую, говорю, объясняю. Когда отправляете, подсушивайте. И лучше пусть придет растение, требующее полива. Но не растение, на которое напала гниль, из которого уже ничего не сделаешь. Суши его, хоть тут
танцы с бубном, что хоть что. Но это, как говорится, не в моих силах. Как бы пожелания в комментариях могу написать, а мне плевайте, например, да. Но опять же, принимать заказ менеджер, вот, а упаковывает уже совсем другой человек. Ладно, однако либо хуя это не потери. Потери видно, что вот оно все в земле, то, что при транспортировке было перевернуто. Значит, по петунии калибрху обиделся, как всегда, красавчик. Он у нас достаточно в этом плане мобилен. Значит, бегони декоративно-листные. Ну, красавцы, конечно, что сказать. Такой вот гелиотроп, вообще чудо. Значит, цветет вовсю. Такой вот симпатяга. Цветет. Два сорта гелиотропа. Вот еще у нас бегония. Красивые листные ботаты. А, плющи. А плющ пока непонятен. Окраса как такового явного я не понимаю. А вот так, значит. Вот еще один гелиотропчик. Так, здесь у нас вербена. Гвоздика. Гвоздика хороша. Вербенка, ну, пойдет. Остик, как всегда. Остишки достаточно всегда скромные. Вот, значит, тут лаванда. С лавандой заниматься надо, это очень слабенькое. Слово очень. Мятка нормальная. Розмарин тоже ничего. Вот он, кстати, розмаринчик. Помощница пришла. Вот еще одна лаванда. Ну, с лавандой, конечно, слабовато, если честно. Ну, в принципе, в общем, могу что сказать. Заказ пришел неплохой. Будем работать. Все очень в таком качестве, конечно. Неплохом. И приходило и хуже, и лучше. Что-то пришло лучше, что-то хуже. Ну, в принципе, все достаточно неплохо. Так что кто-то хвалит, кто-то ругает. Я могу сказать, что нормально. В принципе, нормально. С этим можно работать. Тут можно кое-что даже почеренковать. У бегонии есть здоровый лист. Смотрите, какой красоты. Здоровый лист, который можно уже поставить на укоренение. Так что, пожалуйста, заказывайте. Все очень достойно. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет у нас очень много еще интересного.